Введите питомцев на стерилизацию. Владельцев животных ветеринары призывают пользоваться возможностью и бесплатно стерилизовать своих четвероногих друзей. Оказывается, за прошлый год в городе данную процедуру прошли только 393 собаки из 6000 зарегистрированных. Лучшие дела обстояли в районах республики, но все равно идет отставание по плану. Так было за период 2023 года простерилизовано 1600 животных. По плану необходимо было стерилизовать 2400 животных. Вот на 60% реализовали мероприятие. И низкий охват был именно непосредственно по городу Улан-Удэ. В связи с этим мы призываем всех владельцев домашних животных, а непосредственно собак, поучаствовать в данной акции, которая продолжается и в 2024 году. Мы приглашаем всех заинтересованных владельцев данного мероприятия посетить нашу городскую ветеринарную станцию для проведения бесплатной стерилизации. В частных ветеринарных клиниках услуги по стерилизации и кастрации собак платные. Стоимость услуги начинается от 1500 рублей и выше. Поэтому ветеринары до конца уже 2024 года приглашают в государственную клинику. Чтобы записать своего питомца на стерилизацию или получить консультацию, обратитесь в ветеринарную станцию по адресу улица Зои Космодемьянской, 12, или позвоните по телефонам, которые вы видите на своих экранах.